Хей-хей, всем привет, друзья, вы на канале Мишани. Сегодня будем открывать вот такие праздничные распаковочки делать. 100к, друзья, спасибо за подписочку, за лайк и за поддержку канала. Друзья, давайте начнем сперва вот с такого чуда набора, который приехал буквально нам совсем недавно. И давайте узнаем, что он состоит. Так, как мы можем видеть, в комплекте у нас идет сразу вот такие три фигуры, на которых можно делать разные трюки. Друзья, могу точно вам сказать, и это будет моя первая распаковочка вот таких интересных фингербордов. Поэтому давайте распакуем и посмотрим, с чего он там состоит. Надеюсь, вам понравится. Качество я тоже не знаю. Сейчас это все дело распакую и вам скажу, как она там на ощупь и как она вообще. Распакую первым, потому что если мы возьмем вот такой фингерборд, либо вот такой самокатик, либо вот такой вело, то хочу сначала потренироваться, вот, допустим, на такой фигуре. Так, в коробке у нас тут уже ничего нету. И вот так интересно смотрится. Ну, на ощупь, сразу хочу сказать, довольно неплохой пластик, такой шершавый, матовый. И осталось нам распаковать именно вот эту часть, друзья. Вот мы вытащили, друзья, нашу фигуру. По пластику неплохо сделано. Я так понимаю, можно еще вот так снимать вот эту фишку для заезда. И разбирается. То есть на винтиках все это держится. Если не ошибаюсь, вот это у нас идет пластмасска, сделанная под металл. То есть вот такие борта можно как бац-бац-бац и попробовать дальше кататься. И распаковываем самое интересное, самое нужное, то, что ради чего мы это все, друзья, затеяли. Вау, хорошо все заклеено. Обалдеть. О, класс. Слышите, как наждачка поворачивается? Не, вот эта штука не поворачивается, нет. И еще давайте винтики достанем. Так, они у нас тут тоже скотчем придержаны. Офигеть. Ну, очень шершавая поверхность, друзья. Давайте посмотрим сначала. Сделаны очень круто. Тут нанесен вот такой скелет, череп нарисованный. Crazy Urban Vision Go, что-то такое написано. Сделано в Китае. Пластмассовые колесики. Держится у нас на 4 винтиках каждое вот это колесико, так сказать. Всего 8 винтиков. По материалу я бы сказал, что неплохо. Сама доска сделана из пластика. И наклеен тут у нас вот такая шершавая бумага-наждачка, которая не даст вашим пальцам, друзья, соскользнуть. То есть, эта тема, то, что надо. И вот состоит у нас еще, вот, друзья, есть в комплекте вот такая фишка. Вот, смотрите. Вот такой ключ, который можно просто взять и открутить. Да, вот. Класс, мне даже нравится его крутить. То бишь, я могу купить какие-то колеса, раскрутить, крафтить, просто делать все, что я хочу. Дальше. Отверточка, которая поможет, вот такая маленькая отверточка, ребят, которая поможет нам раскрутить. Раскручивается. Да, офигенно, отверточка в хозяйстве пригодится. Да, и дело в том, что она нормально еще подкручивает. Классно. И что у нас тут еще идут в комплекте? А, так вот в чем прикол, друзья. Вот, класс. Это, я думаю, что это такое? А это, оказывается, дополнительные колеса. То бишь, у нас колеса идут 3 видов цвета. Голубые, синенькие, вот такие, желтые и зеленые. Друзья, какие хочешь, такие и надевай. Плюс в комплекте у нас идет вот такой маленький винтик, 2 винтика и 2 вот такие гаечки. Если вдруг что-то потеряется, то вы сможете что-то подкрутить и сделать. Ну, тема, конечно, реальная, друзья. Ну, как настоящий. Просто я в детстве катался на разных, но не так круто. Итак, друзья, давайте тестируем и поехали.
Так, ну, арена, фигура держится. Да, неплохо пока. О, колесо уже отвалилось, надо его подкрутить. Да, друзья, когда будете покупать, то обязательно подкручивайте колесико, потому что они тут, видать, не зажали их до конца. Сейчас это все дело, вот как оно вставляется, классно, да? Сейчас оденем на наш скейт и попробуем разные сделать трюки. Сначала подкручу наши колесики. Ну что, поехали, давайте. И так. Ну, есть один трюк, который я точно, наверное, смогу сделать. Это вот. Хоп. Бац. Это самое легкое, ребята. Это самое легкое. Сейчас. Хоп. Нет. Тут надо тренироваться. Ну, жаль, что он не поворачивает вот этими колесиками. Но я знаю точно, вот этот чувачок будет поворачивать, и он будет как настоящий. Ребята, чуть-чуть поигрался и заметил одну фишку, что можно этим скейтом управлять. Обратите внимание, бац, он все же наклоняется, но не так сильно, как бы хотелось. То бишь, вот эта фишка у нас работает, тут что-то надо подкрутить. А так, механизм рабочий, ну, хотелось бы, конечно, чтобы было намного лучше. Ну, то есть, то бишь, тема пойдет. Пойдет, ну, для трюков надо, конечно, тренироваться. Потом распакуем другие вот эти наши фишки, скейтборды, фингерборды. Вот так. Вот так можно еще кататься. Ну, надо тренироваться, потому что если у нас такая фигура, то мы знаем, что мы можем приобрести. Вот и еще вот такие две фигуры, самые простые. Тут, конечно, без выделываний каких-то. Друзья, ну тема, смотрите, реально довольно неплохая. Фингерборд неплохой, но один минус могу сказать. Сначала подкручивайте вот эти маленькие винтики-болтики. По качеству пластика довольно неплохо. Понравилась шершавая поверхность вот тут, которая не дает скользить вашим пальцам. Лайк, подписка, комментарий, друзья. До новых встреч, дальше будет интереснее. Пока, амигос, пока.